Эй, сучка, ища миссис. У тебя группа своя, что ли? Нет, у меня группы никакой. А что ты делаешь? Моя группа Диан тут. Они же распались. Вот. Все, радуешься, да? Думаешь, из-за чего они распались? Смотри, у тебя голова вот так горит. Ты что, умереть собрался тут? Только не в мою смену! Ой, ты что, Диан тут? Да. Новые песни. Сидим такие, ничего не делаем. Еще поедем на студию бэкстейдж, смотреть, как его больно. Да. И мы сегодня делаем татуировку на ногах. На ногах? Да. У него же там есть. Ну, их доделают. Так вот, он мне звонил. Говорил, ну что, когда вы приедете? Ай! Давайте быстрее! А вдруг он в туалете сидел? Ну, тоже. А ты себе будешь татуировку сегодня делать? Возможно, буду. Я, может быть, тоже буду. А может и нет. Кто знает. Не переключайтесь. Зайчонок трав. Пип. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Важные люди звонят. Алло. Алло, алло. Раф, ты картоха. За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей. Кстати, если вы хотите, чтобы Little Big сделали кавер на эту песню, пишите в комментариях, мы ее сделаем. Нет, слишком просто. Пусть, если этот влог наберет 30 тысяч лайков, то Little Big сделают кавер на эту песню в ближайшие годы. Давай, 50. Хорошо, 50. 50 тысяч лайков, и мы делаем кавер на эту песню. Вообще, как с куста. Что? Откуда ты эти фразы берешь? Это сосновоборские фразы. Всем писали из Сосновобора. Всем моим людям. Йоу! Не так давно я узнала о крутой компании Ли Эко из видео Вилсаком, потому что он недавно рассказывал о этой компании. И ребята из Ли Эко привезли мне испробовать новый телефон Ле 2. Вот эта модель. Также есть модель покруче и подороже, Ле Макс 2. Но сегодня я буду говорить о Ле 2. Телефон легкий, удобный, и дизайн у него тоже чики-пуки. У телефона прикольная камера. Сейчас сделаю пару фоток. Вот. Еще у него достаточно большой дисплей и просто сочная цветопередача. Также у него ничего не тормозит. Я сегодня весь день в нем копалась. И мне даже не хотелось на него ругаться, потому что ничего не тормозит. Очень надолго хватает заряда аккумулятора. Мне его привезли вчера вечером. И вот, видите, да? Он почти полный. Он снимает видео в 4К. Я, конечно, не знаю, зачем мне это, ведь я не снимаю клипы в 4К. Потому что сейчас 21 век, и в наше время уже можно на телефон снимать клип в 4К. Еще лет 5 назад я об этом даже подумать не могла. У него очень заманчивая цена. Именно эта модель Ле 2 стоит 14 990. А модель, которая идет после него, Ле Макс 2, стоит 29 990. На них есть скидочные купоны размером в 5000. Купон можно получить только до 18 числа включительно, а уже 19 сентября использовать его на распродаже. Это же просто вообще вынос мозга. Поэтому вы можете пройти по ссылке в описании, оформить предзаказ, и уже 19 сентября с 8 вечера до полуночи по Москве будет действовать эта скидка. И только для тех, кто оформил предзаказ. Танцуй сюда, эй ты, красавчик. Сюда. Давай целоваться, иди сюда. Вкусненько. Вот так вот воздух делаем. Что, показывай, что у тебя? Заделываем. Доделываем? Да, смотри. А что, у тебя черным или белым? Кот курильщика, кот здорового человека. Обтекающий кровью, да? Да. Ну, значит, крови в нем много, жизнь в нем есть, кипит. Так бы сказал мой папа, продавая мясо. Он раньше продавал мясо. Мой до сих пор продает. Свое.
А еще я приехала за печеньками. Юля Голубенко мне их прислала. Вот такие печеньки. Для самой прекрасной мадам. Это я. Спасибо. А, я думаю, кого ждала эта коробка? Я хочу эту печеньку. Давайте чай. Давайте. Смотри, рак раскололся. Прихожу я такая, и кто тут? Приветики. Что за птенчики тут сидят? Татуироваются. Здоровеньки. Я вот в очереди ожидаю. Что тебе делают там? Вот эта красота. Привет. Привет. У нас птицы говорят. Какая красота. Ты видишь, какой я потный? Это потому, что мне больно. Серьезно? Ну да, на икре. Приветики. Кто это тут у нас? Ты когда дойдешь до нашей студии? А вот во вторник. А я уже договорилась. Договорилась. Между прочим. У тебя там новая татуха, я вижу. Да, это... Ну, я видел, да, я смотрел. Это в Москве происходит. Надо мной издевались, как все помнят. Из прошлого влога. Вот. Такое, да. Давай, диджей, давай, диджей. Мы типа грибы, типа грибы. Только потому, что в галерее уже нечего смотреть, и там очень мало магазинов, и там очень тяжело ходить, потому что там слишком много людей. Давай признаемся честно, мы просто очень богатые. Ну, типа, факт, видели, какие у нас квартиры, мудачки, деньги, заказы рекламные. Мы просто купили галерею. Почему у меня что, я севшую батарейку засунула? Что происходит, Эльдар? У меня есть здесь батарейка. Батарейка, да. Хорошо. У меня есть батарейка, могу пожалуйста. Мы купили галерею, а покупать вещи в своем собственном торговом центре не камель. Блин, мне нужна длинная палка так у тебя. Не камбербеч, вообще не камбербеч. Камбербах. Если у тебя можешь свои сфоткаться? Ты что, влоги снимать не умеешь? Илья, давай. Эй, привет. Ты меня, себя снимаешь. Себя? Тебя тоже смотрят. Всем привет. Мы приехали в Зверополис, чтобы покупать вещи. Йоу! Очки 3D-ручкой сделаны, между прочим, господа. Мы сегодня дома будем с 3D-ручкой развлекаться. Пенисы. Пенисы делают. Пенисы. Подожди, что ты там делаешь? Ты хвастаешься тем, что у тебя 3D-ручка есть теперь? Да. Ой. Смотрите, Ильдар тоже ее покупает. Ой. Мы ничего не купили в Европолисе, потому что там ничего нет. А как же ручки? А, ну 3D-ручки, а мы же собирались делать шопинг тайм, покупать себе шмотки. Ну, Ильдар купил Ray-Ban, ладно. Рафичка, пойдем лапы мыть? Пойдем, пошли в ванну. Айда скорей. Айда, залезай в ванну, залезай. Давай, залезай. Айда, залезай скорей. Ну, залезай в ванну, Раф. Ой, попытка неудачная.